Вещи мои. Егор так любит у нас мыть посуду, он постоянно таскает эту штучку для посуды. Говорит, так люблю мыть посуду. Увидите, сегодня приступ тусканчика. Приступ тускантика сегодня. Давай, давай, Витя, пошел. Сумоист. Давай, давай, Витюн, иди сюда. Скорей. Ну, что ты не скачешь? Пока свет не включил, а так прыгал по комнате. Ай! Ты что, вот дурачок ты? Ответь мне на вопрос. Ты дурачок? Ай, Егор! Ай! Нельзя так себя вести, блин. Ага, сейчас. Нет. Пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Не надо под одеяло лапки. Ну, пожалуйста. Холосый мальчик. Ай! Слышишь, ты хороший мальчик. Иди отсюда. Нет, под одеяло не надо. Вот я с одной рукой вообще с тобой не справлюсь. Ай! Закрой свой рот! Ай, за коленку! Все! Егор, так я тебе сегодня точно когтикюр сделаю. Ой, упал. Ты сам упал. Бери давай щетку, иди кастрюли мой. Иди мой кастрюли, сковородки там. Еще что хочешь мой. Мангал пойди помой там. Коптилку Миши помой. Ого, говорит, то телек включил. Пожалуйста, он смотрит. Говорит, то телевизор включил. Егор, это я случайно. Нет, уйди, уйди от меня. Да что это за животина такая? Глянь, что он делает. Я уже это ногами на подушке лежу, от него прячу ноги. Больно. Да больно. Да что ж это за грызун такой с утра тут? Утренний. Ай! Ай, ноги, ноги! Остались беззащитны. Егор! Блин, спасибо, Ракель сейчас на это не реагирует. Уже бы она отмутузила бы нас обоих. Кот на коленку. Ай, не нашел. Все, спокойно. Все, хороший мальчик. Без кусочка языка. Языка кусочка нету, наверное, маленький бесился, откусил себе кусочек. Ой, блин, шустала. Егор, да хватит. Что, рекламная пауза, все? Да, говорит, сейчас силой поднабил. Да блин, за бочок укусил. Все? Кто там? Все, все. Хватит, хватит, ты устал. Ты устал, Егор. Да, говорит, сейчас. Ай, откопаю, говорит, тебя. И хватит. Там жопка. Не кусать. Сейчас Ракелю я уже позову на помощь, блин. Слышь ты, копатель. Ежегодно. Егор.
Дурачок. Ты дурачок? Ай!